«Ромео плюс Джульетта. Мечты сбываются». Такое сказочное название оправдывает себя. В зале Дворца спорта видное, во время мюзикла в воздухе как будто витало волшебство. В том, что в Новый год чудеса случаются, убедилась и исполнительница главной роли Джульетты Алиса Зуева, которая получила ее совершенно случайно. Сначала я очень боялась, я думала, что страшно, там перед зрителями много же людей. А потом я подумала, что я вообще хотела актрисой стать. Вот. Поэтому я подумала, что для меня как какой-то опыт. Грандиозно подводить итоги года танцевальным мюзиклом у клуба «Звездный вальс» стало уже доброй традицией. И у нас были разные истории под Новый год. «Снежная королева». Мы немножко перефразировали, «Снежный король» делали. Там «Ирония судьбы» или «С легким балом». У нас такая история была. Сегодня мы показываем мюзикл, который называется «Ромео плюс Джульетта. Мечты сбываются». Более 600 воспитанников «Звездного вальса» вышли в этот вечер на сцену с разными номерами, но одинаково красочными и зажигательными. Все движения юных спортсменов были отточены до мелочей. Постановка познакомила зрителей со всеми танцевальными направлениями клуба. Волшебный необыкновенный номер, сказочный. Мы репетировали всего лишь два раза. Там персонажей нету. Это там волшебная музыка. В мюзикле участвовали танцоры всех возрастов, даже самые юные. Самое сложное – это в конце, когда мы меняемся. Мы не успеваем меняться. Потому что музыка очень быстрая. Как-то у нас очень быстро, а мы не успеваем пройти и стать на свое место. Впереди у воспитанников «Звездного вальса» насыщенный январь. Ежедневные репетиции и подготовка к соревнованиям. Одним из главных для видновских танцоров станет турнир Москвы и Московской области, который стартует уже в середине месяца. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».